Обновление от 12 октября в указе губернатора Смоленской области предписывает ужесточение противоэпидемиологических мер на всей территории региона. В соответствии с новым предписанием в Десногорске возобновились рейды по местам общего пользования. Мы проводим рейд от администрации города совместно с отделом полиции по соблюдению указа губернатора Смоленской области о противодействии коронавирусной инфекции. Так четко и официально начинает свое общение с администраторами магазинов начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Воронцов. Он в составе межведомственной комиссии обходит магазин за магазином, чтобы выявить нарушителей антиковидных мер. Проверка масочного режима, проверка исполнения персоналом, сотрудниками торговых предприятий указа губернатора. Индивидуальные средства защиты, конечно, не новшество, но сейчас в условиях повышенной ковидной заболеваемости к ним пристальное внимание, а наказание за их отсутствие строже. Перед законом равны все – и посетители, и сотрудники магазинов. Поэтому протоколы об административном правонарушении составляют и на тех, и на других. Имейте в виду, такие рейды будут продолжаться и в дальнейшем, поэтому просьба соблюдать масочный режим. Хорошо. И требуется покупателей. Решение о штрафе по составленному комиссии протоколу может принять только суд. Денежное наказание в таких случаях начинается с 1000 рублей до 30 тысяч для покупателя. Для магазина сумма увеличивается сразу в несколько раз. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.